Давайте сумоним банановую. Кралька, ты в РК, зая. О, заходи. У тебя есть эрдру? У нее есть хэпал, пускай лучше хэпалом пойдет. Давай, заходи на хэпала. Так, кто рейд собирал, вообще не знаю, как, чем вы руководствуетесь. Если плюсанет, она скажет, я то не смотрю пока в чат. Че, может, типа, надо же учить как-то БДК танчить? Надо пытаться. Кого? Ну он кокер. Че, он не хочет? А, ну это ты к нему не обратись, почему он не хочет, не знаю даже. Странные люди. Не хотят что-то ничего помогать, да? Блять, не знаю, как расположить вас. Дима, ты рыль будешь? Или Слава будет рылить? Мне вообще все равно. Я Войда спрашивал, ты будешь, не будешь. Короче, давайте начинать. Я уже, блядь, час уже прошел почти. Да. Где Войд? Это чек на пул, каски сендер, маковые кулаки, как огурчик кресты, фулбаф даем. Так, черный список. Так, огурчик сейчас ману доест и хан. Отлично. Ешьте рыбу 10 секунд, сейчас чек на пул. Долго рейд собирается на... На бахантам кулак можно? Бахантам кулак чек на пул, если не бафнут, то во время боя разбафать. И берите 80 штруделей все, чтоб не было потом маги столи. Бладин из графит принимаем, готовность и начинаем. Значит, сейчас 4 хила, захиливайте очень сильно рейд. На первом вихре филипец гим, на втором мать. Начинаем. Раз, два, три, начали. Воет. Геру. Ты бежишь налево, я направо. Ну после их. Хорошо. Кто сдохнет, 100 гп. В льде не стоит. В ледяном. Вот этом дерьме. В льде не стоим. 100 гп. Получите. Шипы бьем. 4 шипа в рейде. 5 шипов. РДД разворачивайтесь, бейте шипы. 300 уже. Блин, вы должны стоять прямо под сейчас боссом. Сейчас мы упадем. Так. Да зачем она... падать? Бьем. Не, падайте. Слава. Падайте. Отбегите к воротам хилы какие-нибудь. Я вам диван кину. Так, Зузу, Костерез. Так, Анарх, Костерез. Бастик, Костерез. Так, вы трое получаете по 200 гп за то, что стоите перед мордой у босса. Зузу, Анарх и Бастик. Давайте, падайте.
Сейчас будем вешать метку на того, кто будет вас ставить. Это будет графит. Вот вы когда таргет босса берете, под ним появляется красный кружочек. Вы должны стоять в нем. Только не спереди, не с передней его по половине, а в заднюю. И тогда вас ни клевом не будет бить, ни лужа не будет разливаться, который вас бьет. За пределами этого кружочка стоят только ханты. И все. В повороте ИП на Зузу получаешь. Угу. Я а что там-то? А? Ну умираешь ты, перед лицом босса стоишь. Не видел. Давайте заново. Мать двоих, у тебя есть ДЦ? Ну давайте, пока КД не повешали, у кого из магов есть ДЦ? У меня нету. У врага нет. Маги какие-то есть у вас ДЦ? Ханты? Леголас, стрела есть у вас ДЦ? Не, нет. Графит есть. Так, Тирагоса. Демон есть у тебя, Тирагоса? Блять, иди делай демона спек. Прям сейчас. Графит. Сколько у тебя ГСДЦ? 6к. Ну нормально, я по КД хилю. Заходи. Тирагоса, делай спек. Ну сноси Афлика, делай демона, блять. Главное, чтобы талант был, который СПД дает там, как хочешь раскидывать. Портуйся, делай спек. Ставьте маги ему портал, делай спек. Пусть шкаф поставит перед тем, как портал. Да, да, за 3 часа пронесем. Чтобы вас не убивало с 2-3 ударов, мы дадим вам шанс, чтобы вы словили 4 удара благодаря ДЦ. Поэтому сейчас графит зайдет на ДЦ. Но это не означает, что ГП за смерть не будет здесь, на этом, на ребре. Да, и будет дополнительный хил. Что такое? Мы без демона тогда, да? Нет, Тирагоса делает демона. Ну, кошмар. Просто 2 хила сдохло. Вот из-за этого мы. Они сдохли. В костерец забежали просто, я им дал. Зачем забегать? Да мы бы захилили. Да вы не захилили уже. Да, Слава, если бы они не сдохли, мы бы захилили. Ну, ты слышала, что он сказал? Да мы бы захилили. А они не захилили. А, ну я просто подумал, мы бы захилили, когда они упали. Вот я что подумал. Ладно, я не прав оказался. Тирагоса, скинул таланты? Портуйся сюда, тебе подскажут, как раскидывать. Скинул таланты? Можно, да, пока отлучиться быстро? Блять, надо было ему, конечно, шкаф поставить. А, говорили им, поставь шкаф. У тебя камень Даларан есть? Или подвеска там этой? Джайны или кого-то? Медальон. Тирагоса, есть камень Даларан? Красава, потом портанешься, прилетишь. Пошли суманем, банановая. Пошли. Пошли его суманем. Пока он сейчас добежит, скинет, сразу суман кинем. Не юзай камень, слышишь, Тирагоса. Почему? Вон там банк в Эргримарии. Подъезжай к банку, пока символы покупай. Какие там на демона, ну-ка скажите. Или что, у тебя денег нет, что ли? Ой, господи, боже мой. Ладно, без символов побьешь.
Что поделать тогда? Следующего рейда сделаешь символы. Так, скинул спек, мы тебя сумоним, принимай сумон. Подлетай к ребру. Пошли в инс все. Сейчас тебе расскажут, что как раскидывать. У кого есть демон в рейде плюс, сейчас поможете Тирагосе с талантами, чтобы было нормально там. Какая вот, сука, рыбу затыкала, блядь. Потом на трэше на каком-нибудь там. После... это, после леди, может там, пусть корабли пропустит, например. Дадите кто-то голды, ему он сходит, купит, скажете, какие символы. Дальше нормально пойдет. Все, мы бежим к ребру, чек на ФК. Потом зайдешь, потом сейчас надо убить боссов. Когда мы будем трэш бить, тогда сделаешь все Тирагоса. Ну типа корелогнись, у тебя войдет. Так, стрела тут и этот Драконикс. Ты здесь? Стрела, Драконикс, вас нету. Давайте, чек на пул. Там надо талы вкачать же локу. Да, пока что вкачивает таланты лок. Кто там есть в РК, кто, говорите ему, что вкачивает. Ой, я не могу просто, это просто капец. Давай, вкачивай там. Что там, говорите, в первой строчке. Вот. Бля, Слава, я не буду сидеть вот целый вот рейд в рейде, да, чтоб... мне надо будет уйти вечером. Я не буду сидеть, бля, ждать, пока вот кто-то будет талант вкачивать. Ну чё поделать, нету демонов, блядь. Слава, ты... Он нету качает, бодайка. Ну... Нужно, чтобы баф был. Я чтоб сказать, допустим, Бастик, выйди из лужи, или Бастик, отойди от босса, анархотурист, отойди от босса. Ты начинаешь спекать всяких, ну я не знаю, хилов там или еще кого-то. Ты, я не знаю, ты не сидишь за рейдом тогда, но начинаешь винить там, что мы не захилили, или танков, там, не знаю... Херь всякая. Да, Рел, это не просто там, знаешь, собрать рейд и что там такое. Не надо мне говорить, собирай сама там. Я да, не умею, ну блин. Блас, как не спекай, не спекай, если кто-то из лучше не вышел там, блядь, то он таки будет стоять. В каком бы он спеке не был. Когда получает человек ГП, он задумывается, зачем он его получает и почему. Умерли, зашли перед босса морду. Перед мордой босса встали. Три человека получили ГП. Все, они больше не зайдут. Какие у вас проблемы, я не знаю. Банановая тут. На счет три начинаем. Раз, два, три. Давайте Геру. Уважаемая банана, ты получаешь дамаг от льда. Шипы разбивайте. Уважаемые эршамы, вы получаете дамаг от льда. Вихрь, беги влево. Филипец, гиб на хп, когда выйдешь из льда. Читай. Заход или рейд. Разбили шипы. Все бьют шипы, никто не бьет босса. Вот так-то лучше. Shadow Morn, скинь агро. Спасибо, разбиваем шипы.
вставайте за спину босса. Разбиваем шипы. РДД, разбейте квадрат. Захиливаем на фулл рейд. Разбиваем три шипа. Смотрите внимательно за лужами, которые из босса вытекают. В них нельзя вставать, потому что через 2 секунды вы умрете. Так, бейте этого дурака. Так, мать двоих, читай гимн на ХП. Захиливаем рейд на фул, бьем босса. Зергаем его. Отлично, добивайте только босса, миллион. Полмиллиона, 400, 300, 200, 100 тысяч. Добили. Молодцы. Шанан. Детали смерти. Холодное пламя. Стоял во время вихря. Себя не хилил. Плохо. Ну ладно. Осколки Морден. Поздравляю. Идите на трэш. Анкокер в БДК. Трэш не пультер. Ролим на мейн. Ролим на офф за 10% по ролу. Банановая, Эрдру, надо ли вам эти тапки? Рога. Yes. Диски, yes. Да, я понял. Ролим на мейн, пояс. Так, и ПГП. Мать. Гонзарил, Прида, Соло, Мэджик. Так, Соло, Мэджик выше. Мэджик получает. Пояс. У Мэджика разве выше, чем у меня? Да, да. Выше. Самый высокий был. Панцы жандарма надо кому-то бесплатно. Кидайте ролл. Да. Да, сейчас тебе там. ГЦ. Так, сейчас я подойду, пока ничего не пульте. Приготовьтесь, заходите рейд. Милики, не идите вниз. Касается 3-4 пати. Не идите туда. Сова со звездопадом осторожно. Там большие мобы высокие, таурены такие. Они бьют кливом. Перед лицом у них нельзя стоять. Я вижу, вы уже что-то сагрили там. Ну, вторую пачку. Хорошо, молодцы. Хорошо, справляются танки. Все, тогда бьем этих мобов. Так, теперь быстрее мобов ауешим. Сильно ауешим этих дураков. Отлично. Агрите левого паука, я правого. Нужно подойти. Сводим пауков в одну кучу. Два итога. Убиваем. Рассекающий удар. Божественная буря. Используем, пожалуйста. Черепками выбегаем. Так, отлично. Теперь отпиваем ману. Отпиваем ману. Сейчас никто не подходит к боссу. Никто его не пулит. Значит, рассказываю, что делать. Вы делаете, как я говорю, или будете вайпаться за 3 часа. Значит, РДД бьете справа. Справа танчит протопал. РДД это первая, вторая группа. Ой, блядь. Чё слышно? Да-да-да. Всё. Слева танчит 2 БДК. Анкокер, твой моб с лестницы и самый левый. Отводим вот сюда. Сейчас покажу тебе куда. Вот где звездочка стоит, вот на это темное пятно. 4 моба должны стоять в куче. Милики бьете их.
также этих мобов будут бить ханты, шепе и тирагоса. Ханты, шепе, когда ваши мобы справа добиты, вы помогаете добивать эту кучу. Когда есть живые мобы, вы бьете живых мобов, только потом леди. Тоже касается миликов. Милики, особое внимание на мобов, которые кастуют. На второй фазе, перед контролями, значит, паладины сливают капли. Контролить будет банановая. Контролишь на выбор самого опасного человека. Также дают фиры филипец, корни шанан, станы ретрик, маковей, протопал. Все это по ситуации, тоже стан будет не лишним. Фир лок играет, маг там что-нибудь превращает в овцу. Короче, вы поняли. Своих не убивать, а ОЕ стопать, когда люди свои в контроле. Так, что еще? На второй фазе будет такие способности у леди. Она будет призывать духов. Три случайных духа в случайных местах. Когда я говорю, духи побежали, все 25 человек, танк, милики, хилы, все бегут. Если вы этого не будете делать, мы вайпнемся от духов, потому что у нас слабые хилы. Первый на пул давайте дадим на анкокера, давайте дадим, потому что мне будет проще набрать потом. Значит, ханты, вторая пати и рога обязательно, как у леди кончится мани, на анкокера, на пул леди. Анкокер, в свою очередь, отдаешь 3 лпшки, усиление рунического, если тебя в контроль не возьмет, даст бог. И еще 3 лпшки в леди, она должна быть на тебе. Дальше я заберу и добьем там по ситуации. Все, чек на пул. Когда скажу стопать, тогда стопаем. Что-то хант у нас стрела, низги. Потом разберемся на трэше. Бладинес тут. Бладинес, бей трэш, пожалуйста. Бладинес тут. Это, так, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3, начали. Бладинес, бей трэш, пожалуйста. Кто не бьет трэш, даю 200 гп, если мы упадем. Приготовились. Фулл дд в трэш. Этого кайтить надо, этого кайтить надо. Так, банановая, поднимай Бладинеса. Бладинес умер от Кособокова вроде как. Захильте. Даем контроль, дал сало Тирагоси, все нормально. Даем контроль, никто не падает больше. Один Бер такой вердой остался, никто не падает. ДЦ, считуешь рейд сильно. Так, все делаем, бьем пока что. Танки приготовились. Трэш, все в трэш. Сильнее, трэш не вижу, сильнее все бьет. Я не вижу, чтобы вы били. Добили моба. Дали контроли. Контроли дали. Так. Пока что бьем, скажу. Ну, скажу, если надо будет стоп. Своих не убиваем. Владимир, сука, как он, блядь, второй раз умер? Пиздец, блядь, топ ДД. Все в трэш. Все в трэш. Ретрики, капли слейте, если не слили. Слейте капли еще раз, сильно трэш. Быстрее, и в босса начинаем. Давайте контроль. Давайте контроль. Быстрее босса переводим. Сильнее босса бьем. Очень сильно все босса. Сильнее, сильнее, сильнее. Анкокер, приготовься. Давай, анкокер. Вот, напул на него. Веди леди к трэшу. Протопал ловит трэш. Все бьем трэш. Возле трэша все быстро увидели трэш. Увидели трэш. Звезда трэш. Все в трэш. Убили его. Ведешь леди к трэшу всегда. Оставь там пока леди, там будет следующий трэш. Оставь там. Все, все бегут, духи 25 человек бегут. Никто не взрывает духов. Вот, взорвали. Дали контроль. Дали контроль своим. Веди леди оттуда, куда ты уводил. Вот где звезда, веди, здесь сейчас трэш будет. Так, мага пока не поднимаем. Бьем леди. Сейчас появится трэш. На пул на меня даем.
все бьют трэш. Где протопал, там трэш. Давайте, раскол, глыб. На пул на войда давай. Побежали от духов. Бегите. Так. Друид, поднимай банановую, добейте трех. Поднимай банановую. Добейте трэш. Духи все 25 человек бегут. Бежим к леди, здесь. Убивайте трэш. На пул и на анкокера теперь даем анкокер. Так, побежали, Мелизона, побежали. Трэш, трэш, трэш. Так, дали контроль. Диспельте, леди, на ней хил. Ее кто-то хилит. Диспельте. Духи все бегут. Мелизона бежит. Идем на другую сторону. Так, анкокер забрал. Молодец. На пул. На, это, на него пока давай. Трэш возле леди все убили. Зауешили. Да, духов бежит. Духов все видят. Так. Бейте трэш. Трэш надо бить. Так. Дали контроль. Побежали от духа. Да, на другую сторону, все правильно. На пул на войда теперь дай. На пул теперь на войда, как откатит. От духа бежите, молодцы. Дамажим сильней. Появился трэш возле леди. Не хлопайте духов, а то упадет. Убивайте трэш вместе с леди. Так, дали контроль по сет. Блять, не могу нихуя. Давай. На анкокера уже напуливайте, с него дебафс. Идем на другую сторону. Убегайте от... Пипец, не лови духов, пожалуйста. Не ловите духов, а то если упадем, ГП будет. Давайте бьем сильнее, леди. Трэш собирает протоп... Блядь, не бейте, пока его не наагрил еще. Так, дали контроли. ДЦ в контроле, от духов побежали. Мелизона бежит. Бежим, Мелизона, взорвете сейчас весь рейд. Бежим, бежим. Так. Все, анкокер на другую сторону пошли. Добили трэш. К леди трэш подводи. Милики, ауе. Милики все упали. Убейте трэш, задотайте. Бежим от духов. Да. Осталось немножко. Не падайте, маги, хилим магов силь. Бьем трэш. Побежали Мелизона. Мелизона побежали. Духи бегут. Духи летят на вас. Милики возле звезды моба надо зауешь. РДД пока тоже можно. Все, милики, бейте из это. Квадрат поставил. Сейчас весь рейд. Напуливаем на войда уже. На лягушку. Давайте 4 миллиона. Надо добить. Никто не падает только. До берсы еще 10 минут. Бьем. 3 миллиона. Да, сейчас еще Гера откатится. Побежали духи. Духи летят. Гера откатится. А, все, с меня сейчас агрос летит. Да это вой. Давайте, бейте. Вот это лайк уже. Все равно надо пытаться из последних сил. Mm.
бессмысленность. Так, линканите, пожалуйста. Сейчас умирайте. Ты не вступай во тьму, вечную тьму. Линканите, у кого есть, кто хлопал духов. Тут прикол в том, что контроль, законтроленных заливают, потому что им не кидают, ну, друидов у нас мало, типа, из-за этого. Вот. Ну и духов взрывают. Вот две проблемы я вижу. Давайте, линканите. Я в скаде не знаю, как ворон по духам линковать. Что тут уже еще не могу понять. Ну там же писалось, в рейд-чат кто-то выкидывал сообщение автоматически, а то можно полистать, посмотреть. Так, Марден, Бастик, Филипец, это по два. Элисанда, Селфиш Марун, Седдер по одному. Не бегут от духов. Ну давайте. Марден. Я Филипец. Не убежала, потому что у меня с контроля возле духа. Я его вообще не заметил в Мелизоне. Это Элисанда, Филипец, да? Там точно ни одного духа взорвало. У меня тоже в контроле. Нет, одного. С контроля меня взвело духа. Бастик, Зузу, заходи на дамагера, мы не справляемся, нужен дамагер. Так, Филипец. Так, Рога. Так, эти в контроле были. Понятно. Так, урон по своим, пожалуйста, линканите. Два раза в контроле хлопнул. Они там по одному хлопнули. Ты два раза в контроле хлопнул, да, походу? Три духа. Их прекрасно видно. Вот если бы еще на них метки вешались, было бы вообще идеально. Наверное, вы бы тогда смогли от них отбежать. Зузу, ты в РК? Зузу, ты можешь зайти на этого босса? Блять, походу он не в РК. Когда люди отходят BFK по 3 минуты, а Зузу не отвечает ни в РК, ни в ПМ, тогда приходится ставить под сомнение успех этого рейда. Пускай сидит в НДК, я думал, ДПС не особо зарешает. Это чекнул, что нас... Так, так что там, дамаг по своим никто не линканет, да? Я линканул уже. Я послежу. Если хочешь, можешь потанчить, я подвалю пока здесь. Ты 100к нанес по своим, или это рекаунт что-то хуйню какую-то говорит? Ну нет, хуйню по последнему бою. Это тебе нанесли, мне кажется, столько. Я прав? Тебе столько нанесли или нет? Нет, нет, это урон по союзникам. Точно? Это правильная информация, да? Ну, блин, написано урон по союзникам. Ну, то есть, если было бы по ней, было написано урон, ну, полученный урон или... Ну, а почему Элисанда линкует по законтрольным игрокам Magic 33, Филипец 27, Элисанда 25? Вот это вообще, ну, плохо. У Шанана там всего 12к. Как это понимать? А доны плохие или что это? А это Шанан в контроль нанес по рейду. Правильно пишет Бладенес. Поехали. Мэджик, Филипец, Элисанда, Драконикс. Так, Мэджик, Филипец, Элисанда, Драконикс. Дайте пристабав, пожалуйста. Ладно, Мэджик это бомба. Филипец это иссушение, я так понял. Своих ебашишь.
Если это не иссушение, надеюсь. Так, Александра, бомба, это бомба. Судоморн, Шанан, там, цепная, все ясно. Банановая звездопадом хуярит, Шелфрешмарун. Вывеером, Тирагоса, порчи, все понятно. Молодцы, хорошо. Давайте чек на пул. Уважаемый Повороти, ты в РК? Еще паладины, не забывайте капли сроп эти сливать. Вдруг кто-то там не знает или забывает. Дай ему то, что он покажет. Меня это не было. Он мало того, что за свинка попросился, так еще и покажет. Ладно, давайте попробуем так. Может быть, судьба улыбнется нам. Через 3 секунды начинаем. Раз, два, три. Как вы смеете ступать в эти... Все делаем так же, сливаем капли. Когда переведем, дадим рост. Сведи моба. Владинес, не умирай, пожалуйста. Бей осторожно. Спасибо. Так, отлично. Добейте мобов. Наверное, милики, пожалуйста, бьем квадрат. Дали контроль. Милики, бьем квадрат и бьем треугольник. Милики отошли от босса. Убейте квадрат и убейте треугольник. Они кастуют в рейд проклятие. Так, захиливаем рейд на фул. В луже в зеленой нельзя стоять. Так, отлично. ДПС слабенький. Маги диспельси, блядь. Наверное, друг, сова диспельси. Проклять. Так, Владимир, сколько контрольчик? Нормально. Дай Пашу контроль. Не кричи так. Так, пока что бейте моб, леди. Будет третий трэш. Сильнее бейте. Пока не переключайтесь, трэш. Трэш мы сведем, тогда я скажу. Пока бейте, леди, сильнее. Идите бить трэш. Дали контроль, фиры. Так, дайте ДК контроль. Серию на себя кинул. Ну там я особо вас не убью, я думаю. Так, будем стопать. Будет четвертый трэш. Пока что бейте, пока что бейте. Дамаги мало, будем выживать. Так, стопнули по леди. Отошли от леди, милики встали на ступеньки. Приготовились трэш. Сюда трэш. Сильно трэш бьем. Убиваем трэш. Дали контроль. Дали контроль. Так, анкокер, иди набирай агро. Фулл ДД в леди переводим. 900 тысяч. Сильнее бьем. На анкокера на пул? Да, на анкокера сейчас сильно на пул. Роги, приготовьтесь. Как мана спадет, сразу на пул. На пул даем. На анкокера. Все правильно. Веди в центр. Протопал трэш. Все в трэш. Диспейте, диспейте. Так, банановая. Поднимай Филипца. А тут диспейте. Духи побежали. Да ладно, хиль. Там 5 хилов у вас. Бладинесу контроль. На пул уже на войда. Давай. Сильно на войда сейчас на... Так, все правильно. Духи побежали, Мелизона танк. Бежим, два духа летят. Отлично. Сиди на леди, не отходи далеко. ВП-шка накидай. Так, возле леди трэш. Мелизон, побежали, духи летят на вас. Фурики, ГП 300 будет. Смотрите глазами своими.
Леди, убили трэш. Как убьем, на ту сторону идем. Контроль, приготовились. Духи побежали. Дали контроль и побежали. И на ту сторону сразу. Дали контроль и на ту сторону. Уходим. Дали ста. К леди идем. Духи снова бежим, Мелизона. На вас бежит дух. Такой фиолетовый. Сендер упал. Эрдру... Меня убили, нахуй. Поднимай Сендер. Эрдру, поднимай Сендер. Бьем возле леди. Духи побежали. Анкокер на него на Анкокера, пожалуйста, теперь. Возле леди бьем трэш. Сендера захил. Сендер встал, да, все нормально. Так, на мне контроль. Хуёво. Так, Гера была у вас, я смотрю. Диспельте проклятие. Побежали Мелизон. Побежали все. Бегут от духов все без исключения. На меня на пул даёт. Не огромно. Скидываем агро Тирагоса, Шадоум. Все скидываем агро, кто может. Глыбы все прожив. Возле леди трэш. Его надо бить, милить. Три кастующих моб. Шанан. Так, даем контроль, даем фир. Духи побежали. На пул на войда даем. Все притворяемся мертвыми. Притворяемся, чтобы скинуть агро. Духи. Духи взрывают 10 человек. Это ГП. Русвит. Он прямо около меня появился. Я начал бежать, и он взорвался. Он стоит 2 секунды. Тебе нет оправданий. Нет. ВРов нет, бьет. На пул и на войда дает. Мать двоих, уход в тень. Тирагоса, уход в тень. Вы трэш добьется или нет? Да тут упали те, кто вот будут добивать этот трэш. Так, отлично. На пулы на Анкокера даем теперь. Духов, наверное, уже все узнали. Так. Бейте, леди. Это еще один вайп. Все уже. ДПСа не хватает. Да, ДПСа не хватает. Что же поделать? Придется, наверное, кого-то поменять. Мы так хотели пойти в этот рейд и убить все с первого трака. Но леди не дает нам этого сделать. Там мизантроп хотел пойти сама. Давайте спиной к боссу и падаем. В центр сбегаемся, в кружочек. Сбегайте это... все в центр. Зузу, ДК, ты здесь? ДК, Зузу. Но он не в ПМ никуда не отвечает, кстати, странно. Дай ему 100 ГП, и он тогда ответит. Он сейчас ему дай. Это так он просто разговаривает? Да, думаешь, я думаю. У него там 0 ПР, 0 ЕП. Ты думаешь, ему это важно? Ну, если он за шмотом идет, думаю, да. Какой шмот? Он на 3 босса пошел. Тогда кика. Как кика человека без его согласия? Сейчас. Ну а ты бери его там на Валю, на таких боссов, которые пофиг. Самогона? Самогон не хочет танчить. Он не хочет танчить. А он сказал нет, ты не так понял. Самогон думал, что... Здесь? Так, ладно. Что? Слышишь повороте? Я не знаю, что он там думал, он сказал, я не пойду БДК. Нет, он не сказал, что не пойдет, он сказал, у нас есть БДК. Ну значит, у него мозгов нету, блядь. Этот БДК не танчил рейды, он не знает, как танчить. Вот, он на леди тоже помогает. Так, этот.
Я очень рад, что ты по телефону говоришь, Павороти. Зайди, пожалуйста, на другого персонажа, на леди хотя бы. Услышал, плюс время. Слышишь, Павороти? Так, кто там лоу ГС? Стрела? Кто еще? Так, и вроде все. Стрела, у тебя есть другой Магус, персонаж? Посмотри, блин. Ты ж магов понабирал с нормальным ГС. Стрелу тоже поменяем у нас. Мы возьмем Риалда с собой. Блядь, нафига вообще таких вагонов брать в рейд? Ну, ты, блин, изначально понимаешь, у нас не было людей. Вот сейчас они только появляются и вот пишут, есть пати, нету пати. Блядь, лучше не собирать рейд, как по мне, вот, чем собирать вагонов с рейда. Люди сейчас, вот на данный момент, сидят в этом рейде, знаешь почему? Потому что им какие-то отсюда шмотки нужны. Ну, за редким исключением, тут человек 5-6, наверное, ничего не надо. Кралька, там еще кто-то. Если я бы все равно пошел, если бы не надо. Вот. Те, кто сидят, как бы, фуловые, они помогают тем, кто не фуловые. Из-за этого рейд не расходится сейчас. Так. Тыкайте с умом. Кто там, Павороти или Мизантроп? Я не знаю, Павороти. На друге какого-нибудь. Слышь, еще одного друида возьмешь, будет нормально тогда вихревать. И не будут убивать мириков. Ну, то есть друиды нужны, короче, в любом случае, там БРы. Джирса поставил у стены. Да, БРы это такое, а вот. Ну, Кралька, что поделать? Ты думаешь, это от меня зависит? Зато квест сделали. Я бы на твоем месте, ну, надо тебе на работу. Ты иди спать спокойно, говоришь, там, Слава, я спать, там, и все. Какие проблемы? Ты же пошла в рейд локом там или кем? Все там вагонами поплюсовали, остальные сидят в кашу. Что значит в первую очередь от меня? Что это, ну, кто это придумал? Так не бери, ну давайте я сейчас 10 человек кикну отсюда и будем набирать. Тогда еще часа 3 посидим. Тогда зато нормальный рейд будет. Те, кто рейды не водил, они не понимают этого. Вон, сейчас Олег зайдет там на кого-то. И во сколько он зайдет? Часа через 2, наверное. Да, он тоже мне отписал. Что, Мизантроп с Павороти растворились, я так понял. Ты лагаешь там, напиши лучше в чат. Что-то непонятно, что ты сказал, Павороти. Павороти сказал, сейчас зайдет, он же там, у него, наверное, комп слабый. Я понимаю, но, блин. Он Black Zombie, это стрела, который был. Он зашел на нормального перса, возьми его, БДК. Ой, не БДК, но БДК какой-то, я не знаю, да. Полароти уже зашел, возьми его. Это Тергоса, если ты не менял. Он был в рейде, надо его взять, потому что иначе кидал его. Подожди, этот ДК, он на ханте сидел? Да-да-да, на стреле кто-то. Бля, что ты не сказал, что у тебя ДК есть? Вступи хантом в гильдию. Сими, ты нами вступи. Давайте по контролю, короче. Маковей с Седдером контролите по очереди метку квадрат. Треугольник всегда контролишь
этот, сова. Если треугольник какой-то безобидный, там хил или еще кто-то, то контролишь другую метку. Месяц контролишь. Месяц контролишь. Кто-то может что давать. Корни шанан, короче, кидает. И избиваешь. Нам что, типа стан кидать? Да, кидать стан по очереди. Маковой первый, ты второй. То есть станы не отдавайте в мобов. Все, чек на пол. То я смотрю, там убивают. Я каски раздам. Каску магом. Русвет, ты тут? Чё там линковали, кто чё взорвал? Погнали, всё, давайте, начинаем. Нет. Начинайте. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Бэры все, к счастью, откатились. Но... Давайте сильно трепим. Молодцы, что вы его смотрите. Вы его видите, это хорошо. Справа добейте приверженца быстрее. Пол рейда, вот где локовский портал, вы уже леди бьете, а моб еще живой. Не делайте так, иначе будем падать по КД. Все хорошо, все в пирах, все нормально. Играем на выживание, дамаги у нас нет. Так, все в трейд. Да нахуй откидывайте его, вы чё, не нормальные? Шанан, как ты умер? Потому что трешак никто не бьет. Тебя трешак убил? Вставалка есть? Нету, надо поднять мне. Пока не надо. Ну ладно, банановая, поднимай Шанана. Будет дамажить. Бейте пока леди. Стопайте в леди. Это Реал, помогай бить. Бьем с это. Пожалуйста. Сильнее трэш. Так. Добили справа, сильнее. Дали контроль. Отошли от Маковея. Отошли. Переводите сильнее на Анкокера на пул. Ну блять, ну быстрее, миллион, полмиллиона. Вы что там делаете? Четвертый трэш выйдет. Ну сильнее, чё, блядь? Все, Анкокера на пул. Один трэш вышел. Это, к трэшу идем все. Блядь. Ты где, Кирилл? Забирайся, я уже туда побежал, думал, успеть перевести. Побежали духи. Лизона не хлопаем. Геру шуман дай. Давайте Геру пока это натуре. Никто не падает, все бежим от законтрольных. Если за вами бегут, бегите. Вот. Напулы на меня уже дыхают. Шевы. Нету шевы. Я понял. Убежали. Дорогоса этот раскоп. Варб один из шев. Трэш бьет. Владинес, иди трэш бей. Побежали духи. Контроли.
На пул и на войда под. Диспарки нет, но. Все забрал. Так, где трэш? Здесь был или там? На той стороне трэш, пошли ту сторону бить. Развернулись РДД, бьем трэш. ШП развернул. Били там трэш. Тут остаток. Анкокер набивает. Все побежали. Анкокера на пулы даем. Убили трэш. Вышли из контроля. Бьем дальше. Духи побежали, все бегут. Так, побежали. Так. Трэш, внимание, сейчас. Трэш, милики, переключи. Аккуратно. Побежали. Бежим, милизон. Пять духов летит. Так, Шанан. Не ресы. А уешим, специально леди с трэшем. Фанатик убежит. Убили этого пида. Дядь. На другую сторону пошли, на анкокера на. Так. Все, анкокер, веди. Бежим от духов. Духи все видят, фиолетовые такие летят за вами. Как только они останавливаются, можно бежать и делать, что хотеть. Так. Отлично, никто не пад. Никто не пад. Сбиваем кар. АДК, БДК, ПКД. Убивайте этих пидов. Вот, трэш возле лени. Идем на другую сторону, добили трэш. Дали контроль. Не бьем АОЕ, не бьем АОЕ. На пулы на войда стали давать, спал бах. Так. Духи побежали, Мелизона бежит. Мелизона в Мелизоне дух. Все, это фул ДД в леди, миллион добиваем. Молодцы, в этот раз вы смогли. Идеально. Надо. Роял зашел, ты видел, какой ДПС сразу за двух этих, за два трэша переведу. Он сдох. Он сдох, да. Молодцы, поздравляю вас, вы справились. Двое сапог вам. Зузу, заходи, если ты слышишь ВРК, можешь на корабли зайти. На Сурка зайдешь обратно на повороте, далеко не Вов и Перса. Так, Сек. Так, кто у нас еще тут слабо одетый? Так, пока. Нам надо по-любому менять людей, потому что мы так, блин, никого не убьем. Я не знаю, что нас ты паникуешь, кто-то... все идеально теперь стало у нас. Рольте два тапка. Я этого не забуду. Да пока что... Мы еле леди убили, что будет на трофее и на синдром. Мы на профане идем сразу. Так, двое тапков никому не надо, я так понял. Блин, вот реально, был мне ДК идти. Это, рольте на ОФ. Кольчуга, ноги нужны кому-то вот эти? Блять, ни у кому ничего не надо, ясно. Благодарю духов, что они послали нам вас. Чёрный дизенчант, да? Угу. Уже улетел. Охренеть. Давай, пасть. Повороте. Пожалуйста. Слушай рейд, смотри рейд. Видишь, падаем. Заходи на ДД хорошего. Сейчас на кораблях это Зузу, дальше идешь локом. Час прошел с пула ребра. Час вы собирали рейд. 40 минут, ладно. Быстрее идем к дракону. От Альянса тут очень много. Капитан Саутфан будет рад видеть вас на борту Молотова. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота Молота по местам. Так, кастуйте коней, поехали, берем все ранцы без исключения. Зузу тоже берешь. Бой.
Ну бейте трэш тогда. Нету боя. Нету. Поехали. Чё корабль улетел, а? Кто запустил, блядь? Жесть, ты чё, босса запустил, нахуй. Так, ну, тихо. Сейчас вас портанет. Седер или Галас? Вы на корабле, давайте, если нас не портанет, по 200 гп. Так а чё, блядь, я что зашёл, вы спокойно встал. Как мы будем получать? Значит, или Галас? Это маг какой? Какой маг это? Все, всех постануло. Берем ранцы. А, я понял, новая тактика. Так, офнулись все. Слушаем сюда. Значит, все ДД, РДД, милики, будете бегать за звездой. По вот этому крылу мы будем перебегать на тот корабль. Я буду, это, Мурадина. Кто там уже, блядь, умирает? Сука, кто умер? ГП, нахуй. Я вас, блядь, ну... долго Рыж, заберите. Значит, на корабле Седер танчит. Смысл, у меня ранец, я перелетаю. Перелетаешь? У тебя ранец есть? Ну да, я успел взять. Танчит трэш на корабле. Так ни у кого больше нету. Ни у кого нету, придется перебегать за звездой. Приготовились. Встали к звезде, ну, милики, да. РДД побежали. Давайте, все, кто упали, по 200 гп. Такого я еще не видел, сука. Маги, которые запустили там 300 гп. Сука, под морду не... Блядь, Диконикс, нахуй, ты тупой? У него клиф. Или ты слепой? Я не заметил, куда он повернулся был, блядь. Бегу нахуй на другого. Я понял, убили мага, съебались, убежали отсюда. Будет, скорее всего, вайп. Прыгайте вниз, вас протянет назад. Да, а если тут постоять? Или выглядит текстура? Короче, нахуй, сука, это клоуны какие-то. Побежал. Так, тихо. Давайте, блин, падайте все. Давайте все падайте. Слышите, вот так вот перебегать. Блять, да закрой рот, нахуй. Падайте все, встали в центр корабля и убиваемся трэшем. Никто не бьет трэш сейчас. Обнулил рекаунт. Никто не бьет сейчас. Падаем. Значит, какой маг спулил? Какой маг корабль запустил? Я скидай мне какой-то. Все, 500 гп нам. 500 это слишком много. Я не говорю про 300. 500 гп вайпейда. Значит, на будущее никто не нажимает на Саурфанга. Как он там называется? Саурфанг, все правильно. Никто на этого дурака не нажимает, ничего не запускает. Потому что люди должны взять ранцы и летать. Хуйни такой, чтобы больше не было, блядь. Тело, блядь. Клоуны, блядь. Ну ты перепутал тело. Мы же не в десятке в обычке, где он учится играть. Никто ничего не путает. Не надо нихуя тыкать, блядь. РЛ за вас потыкает диалоги. Пошли бить трэш, там у людей бой, блядь. 20 человек не на корабле, 2 на корабле, блядь. Вы тыкаете что-то. Ранцы никто не берет, блядь, падаем, блядь. А может я постою? Ну да, постой, под клиф забегаем. Ладно, это все ладно, блядь. Один человек получил ГП. За вайп рейд. Если бы вы делали то, что нужно, если бы вы были в таких ситуациях, а вы не были, вы бы сейчас не упали. Но мы падаем.